Немного про историю с подписанием твоего контракта с Коламбусом. У всех ходят разные мнения. То есть «Авангард» пишет одно, агент твой говорит второе. Что скажешь ты? Как, потому что, ну, у кого еще будет самая достоверная информация, кроме как у самого игрока, который этот контракт подписывал? Расскажи с твоей точки зрения, как развивались все эти события. Ну, развивались они. Ну, просто Коламбус сначала был на связи в сезоне. Я сразу Давай сказал, начнем что... сначала, да. Они были на связи, и прям с момента, когда ты заболел коронавирусом, как ты сидел в отеле, и что вот это вот прям хронология вот этих событий восстановим. Давай. Ну, весь сезон на связи. Я заболел короной. Понятно, ну, все ждали матч. Да, в финальной серии перед последней игрой. Там в 5 утра я проснулся с температурой. И все. И потом в гостинице лежал после чемпионства. На следующий день мне позвонили, ну и мы начали так просто об этом разговаривать, и через 2 дня мы уже решили, что точно подписываем.